черти! Привет! Просто удивительно, что вы в такой хороший вечерок собрались не где-нибудь в стекляшке, да? А вот здесь, в баскетбольном стадионе ЦСКА! Оу! Сегодня, вы знаете, у нас такая неофициальная встреча, без галстуков. Ну и без трусов, в общем. Смотрите, Мишган так торопился, что даже трусы забыл одеть сегодня. Да, ну в общем это, баскетбол-то нам сегодня вряд ли покажут, да? Но зато от души можно пофанатеть за наших эстрадных поп-звезд, да? Которые ведут изнурительную борьбу с западным шоу-бизнесом. И борьба идет очко в очко. Ну что ж, друзья, Союз 23 в нашем лице открывает великое и ужасное поп-спорт-шоу! Вау! И первым исполнителем мы объявим нашей традиционной кричалочкой. 3:15, Мишган! 9:20! Сейчас на сцене известнейшая актриса! Для вас поет! Черникова Лариса! Не имеет значения.
Давай уже петь песни твоей молодости. Давайте, наконец-то мы выучили с ним песню моей молодости. Давай. Таня плюс, так, запятая, минус, поделить, умножить. На что? Кого умножить? Таня плюс Володя. Я же тебя учил. Равно? А что равно? Я забыл. В общем, сейчас дядя Женя Осень выйдет вам и споет про то, что Таня плюс Володя. Встречайте уже. Аплодисментами. Ура! Пойдем. Ура! Равно, умножить, разделить. Почему я грустный такой? Ты опять идешь стороной. Снова опускаю глаза. Не могу двух слов я связать. Как же объяснить ей, что живу мечтою? Таня плюс Володя, милок, выводит сердце со стрелой лучше всяких слов. Таня плюс Володя, букет мелодий, я тебе дарить каждый день готов. Таня плюс Володя, букет мелодий, я тебе дарить каждый день готов. Меня в обиде сосед, он в подъезде выключил свет. На него я зла не держу, в темноте вздыхая пишу. Чтобы ты узнала о любви несчастной моей, напиши ответ, любишь или нет. Таня плюс Володя, милок, лучше всяких слов. Таня плюс Володя, букет мелодий, я тебе дарить каждый день готов. Таня плюс Володя, букет мелодий, я тебе дарить каждый день готов. Лучше всяких слов. Таня плюс Володя, букет мелодий, я тебе дарить каждый день готов. Таня плюс Володя, букет мелодий, я тебе дарить каждый день готов. Таня плюс Володя, милок, выводит сердце за стрелой. Лучше всяких слов. Таня плюс Володя, букет мелодий, я тебе дарить каждый день готов. Спасибо, ребята! Ну что ты там встал? Иди сюда! Иди! Ну что, вы не устали тусоваться еще, нет? Маленькие любители музыки и спорта. Чтобы много тусоваться успешно, надо заниматься спортом. Я не буду больше спортом заниматься, надоело мне. А чем же, интересно, ты будешь заниматься? Сексом. Боже, что говорит ребенок? С кем ты будешь заниматься сексом? С девчонками какими-нибудь. Ты еще маленький заниматься сексом с девчонками. Ну что ты на возраст сразу стрелки переводишь? Что я перевожу? Это группа такая, стрелки. Там как раз девчонки есть. Они любят тебя? Ой, ой, что творят? Боже мой, я пойду... Эй, эй! Меня же... Таня же убьет меня, дети, что вы делаете? Ну мы пошли готовиться. Они щекотятся. Привет! Руки все подняли? А на трибунах тоже? Отлично! Руки выше! Я
Спасибо, с вами была группа «Стрелки». Подарим любовь нам.
годом! Я вчера шел. Ну, не вчера, а там, 3 дня назад, прикинь. И нашел отличный обменник. Смотрю, курс 8.30. Покупка 20.00, продажа. Я не будь дураком, ломанулся домой. Разбил свинью. Ну, фарфоровую. Схватил в охапку жену, тещу. Прибегаем туда, в обменник. Горе. Закрылся. Прикинь, ну народ не дурак, стал подходить, стал подтягиваться. К утру уже столько было, что пришлось костры разводить и песни петь. Но нашелся один умник, который сказал, что это оказывается не обменный пункт, а время работы булочной, в которой все это дело было. Но пацаны, время провел не зря, так с такими парнями познакомился. Прикинь, паренек приехал из Питера деньги менять за ночь. Притащил жену, тещу. Мы с ним там покарифанились. Профессор Лебединский. Еще! Лошадыми кандары!
Я вас всех поздравляю с праздником. А с каким? Кризис. Кризис продолжается, пацаны. Что происходит у нас? Рубль упал, кризис настал. Все из-за чего? Из-за того, что мы с вами собственными руками, собственной паникой все это довели вот до такой ручки. У меня тоже в жизни был такой случай, когда у меня на Бирюлевском рынке из кармана упал рубль. Все ломанулись, естественно, его поднимать, затоптали в грязь, по мне два раза проехали тележкой на колесах. Что в результате? Рубля нету ни у меня, ни у тех, кто его искал. Пацаны, вот так вот мы, если будем действовать дальше, затопчем рубль в никуда просто. Ну, после этой поучительной истории я хочу на эту сцену позвать свою подружку Аллочку. Потому что, во-первых, она землячка, во-вторых, у нее нехилая фамилия. Горбачева! Добрый вечер! Слова я шептала вчера, ночи шел дождь, их смыла вода. Кто из нас прав, а кто виноват? Есть у любви и рассвет, и закат. Мятый листок, все прошло как во сне, но в сердце храню я стихи о тебе, обо мне. Плачет дождь в тишине, с неба льется вода. Не беда, не беда. В тишине, с неба я, о тебе, обо мне. В тишине. Равнодушно глядит, и только дождь поймет меня. О тебе, обо мне, плачет дождь в тишине, с неба льется вода. Не беда, не беда.
Ну что, мои маленькие любители музыки, вы не устали еще? Я устал. Что ты устал? Я устал, я не могу запомнить название всех исполнительных групп. Ты меня по голове бьешь, вот я не могу вспомнить. Если бы не бил, я бы вспомнил. Кто следующий будет выступать? Не помню я. А если подзатыльник? А, группа Хуфу. Кто? Хуфу. Какое Хуфу? Я сейчас тебе тут прям на этой сцене покажу Хуфу. Кунг-фу сейчас покажу тебе. Вспоминай, я сам забыл, как группа-то, господи. Первый раз люди выступать будут, мы забыли, как их называется. Нифи. Какой кефир? Что ты? Сам ты кефир прокисший. Давай, вспоминай. Ну, если бы ты не бил меня по голове, я бы помнил. Вспоминай, как называется пир? Хай-фай. Молодец мой хороший, конечно. Группа Хай-фай. Первый раз на этой сцене. Открытие сезона. Встречайте как следует. Похлопайте. Молодцы. Группа Хай-фай. Pop, 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 pop
Бывают так жестоки дети. Зачем кому-то умирать, чтобы он нами был замечен? Так много разных почему оставил Бог на этом свете. День уходящий не вернут. Продолжается наш спортивно-музыкальный марафон. Итак, следующего исполнителя мы объявляем в стиле кричалочка-объявлялочка. Точно. Красивее, чем Селин Дион, Ветрова Таня. Почему не она снималась в фильме «Титаник»? Потому что фильм «Титаник» снимал режиссер Камерун. Точно, а не я, и даже не он. Встречайте, Татьяна Ветрова! Аплодисменты! Мой шепот, мой звон.
однажды ты злую полночь бездна между нами легла. Любите друг друга. А кто помнит, в связи с чем мы здесь собрались? Между прочим, поп, спорт, шоу. В спортивном комплексе ЦСКА. А теперь я хочу вас спросить, кто у нас в стране популяризирует безопасный секс? Хорошо, а как вы к нему относитесь? Безопасному сексу, да? На сцене группа Омега! Приключиться однажды с каждым. Это было как кино, в голове было одно. Забирай свое, ты беги, 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 уноси свои ноги, ноги, ноги. Мы втроем гуляли и увидели блестящую машину, как картину. Попались.
успеха. Это было как в кино, в голове было одно. Собирай свое и беги, беги, беги. Уноси свои ноги, ноги, ноги. Дальше было хуже. Все вокруг зашевелилось, закрутилось. А увидишь, что за нами кто-то мчится. Нам захотелось избавиться. Потом случилось то, что никому из вас даже не снилось. Вся история в шикарную погоню превратилась. Только шмар был как в кино, в голове было одно. Забирай свое и беги, беги, беги. Уноси свои ноги, ноги, ноги. Забирай свое. Остается вам немножечко рассказать еще про разные ситуации, чтобы вы не бросались в панику и истерику. Значит, когда вы приходите на рынок, цену надо сбивать. Если к вам предлагают шляпы за 300 рублей, надо просто отказываться, и предложение по спросу тогда отметется. Понимаете, о чем я говорю, нет? Молодцы! Молодцы! Видимо, вам весело. И хочется смеяться и шутить. Сейчас я предлагаю вам повеселиться и пошутить с одной замечательной, очень неординарной группой, которая называется Балаган Лимитед. Я уже почти взлетала от рыбы.
где ваши крылышки? Молодцы! Я! Встань ровно, сарделька свинообразная. Дорогие друзья, вы знаете, сейчас будет супер номер нашего концерта. Вот этот надежда российской попсы, вот этот клаксон от запорожца, выучил арию «Мышиного короля» из оперы «Щелкунчик». И знаете, ему дядя Филипп Киркоров 3 года вокал ставил. 3 года. Давай. Я дома забыл бокал. Какой бокал? Вокал. Давай, пой уже быстрей. Что это было сейчас? Ария. А по-моему, это кошку мучили где-то. Мы не мучили сегодня кошку. Мы собаку мучили. Так, скажи-ка мне сейчас честно, ты будешь петь или нет сегодня? Не буду. Я, в свою очередь, продал одной девушке за то, что она меня на мотоцикле покатает. Как зовут? Харли Дэвидсон. Какой Карлик Дэвидсон? Как тетеньку зовут, которой ты очередь продал? Ну? Не помню. Ну все, конец концерта.
До свидания. Хорошо, папа у тебя все помнит. Сейчас выступает Марина Хлебникова. Встречайте! Аплодисменты! Вспомнил! Марина! Конечно, с вами! Конечно, только с вами! Ночь поможет в ургонь. Встретиться мы не можем с тобой. Встретиться взлетной полоской между мной и тобой. Горкой и покрытой летяной. Ты рака, мой дом. Как без них скучаю я сейчас. А ты полоска взлетная, облетела, милая. Пусти меня, разлученица, пусти скорее, постылая. Чтобы растопить твой лед, моя душа смогла. Возьми полоску. Покрыта льдом моя дорога к тебе, скользкой переломанной судьбе, а ты полоска взлетная, обледенела, милая. Пусти меня, разлученица, пусти скорее, постылая. Поговорите со мной, друзья. А теперь вы и... Вот теперь хорошо. Я прошу, поговорите со мной, друзья. А теперь вы только... Замечательно. В альбоме есть фотография. Это у нас репетиция. Спасибо. Я прошу, поговорите со мной, друзья. Я прошу, поговорите со мной, друзья. Старая, в альбоме есть фотография, мы на ней словно мафия, или просто семья.
Я прошу, вы привезите с собой дожди с севера или какой-то другой земли. Истина, ты словно пуля у выстрела, так проста и немыслима. Привозите дожди. И дожди, косые дожди. Громче, громче, хочу слышать вас. Дожди с далекого берега. Дожди, косые дожди. Дожди. Очень хочется слышать, как свистят трибуны. Улыбайтесь друг другу, будьте счастливыми. Спасибо. Я прошу, не уезжайте, любимые. Я прошу, не уезжайте, любимые. Я прошу, вы возвращайтесь, любимые, и приезжайте, любимыми. Я вас очень прошу. Дожди, косые дожди. Дожди с далекого берега. Еще! Дожди. Знают все, полезен для слуха. Певец есть такой, Оболенский Илюха. Кто такой Илюха Оболенский? Я одного только Илюху знаю, Илюху Цимбаларя, понятно? Ты что? Илюха Оболенский, это же наш ответ Элтону Джону. Да? А какой был вопрос? Вопрос был, кто круче? Ага. Наша эстрада или это западная? Я, между прочим, так Илюху люблю, что я даже сам про него кричалку сочинил. Да, понял? Попробуй. Ты уходи, а я буду сам объявлять. Ну, объявляй себе. Такая кричалка. Знает в России даже конь деревенский, что лучший певец Илья Оболенский. Встречайте! И пустынный белый пляж, летний праздник наш, ты у моря спрячь. И не плачь о нем, не плачь, любовь на земле, лишь мираж, белый снег, стрела белая. Пройдет.
Спасибо большое. Здравствуйте, здравствуйте. Здравствуйте. Сколько много ходячих больных, а? Прекрасно. Так, пожалуйста, кто у нас там следующий? Заходите, заходите, а? Кто это у нас там, а? Ну-ка, ну-ка. Ох, как запущено все. Так, ну что у вас там? Рассказывайте, не стесняйтесь, раздевайтесь, как говорится. Вы знаете, я не хочу. У меня все в порядке. В порядке. Был в порядке. На концерт, наверное, пошли, а не ко мне в кабинет, голубушка. А? Ну, рассказывайте. Молодой человек, я вам еще раз повторяю при всех. У меня все в порядке. Что, даже свинкой не болели? Ну что вы, свинкой все болеют, и я тоже. А вот видите, проболела свинкой и запела после этого, да? Ну что ж, пойте тогда, пожалуйста, пойте. Музыка — это здоровье, вот наш слоган. Слушаем. Поехали. Хватит скитаться, в омут бросаться, лучше пытаться в помутневшей воде отражение найти. Отражение белой звезды из чужого окна. Отражение дома, где ты, как всегда, ждешь меня. Отражение ночи и дня у огня. Стоптанный посох, съеденный голос, долго мыслей бесконечных черепа. Все мое счастье
а теперь наши традиционные кричалочки-объявлялочки. Давай. Считаю так же, как и все я. Нету жизни без лицея. От всех болезней панацея. Певчанский, ЦСКА и песни лицея. Встречайте! Группа Лицей! Чё вы тут, не замёрзли ещё, нет? Уэ-уэ! 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 Молодцы! В общем, и на вашей улице теперь праздник. Ну что, дождались? Кричите ура! Сейчас выступает великий Шура! Thank you.
Самая добрая, самая-самая любимая про сказку, в которой три дороги, как и каждого из вас. Три пути! Дорога, не пойдет.
потому что можно было бы и повеселей, можно было бы и посветлей. Сейчас будет чудо. Эта сцена озарится буквально небесным сиянием, потому что выйдут на нее блестящие. Только чуточку побыстрее. Тихо шепчу, подожди.
тихо шепчет: подожди. Очередная наша кричалочка-объявлялочка. Ну а чё, давай. Стучит барабан, играет бубен. Встречайте, на сцене Андрей Кубин! Хода нет, ходи с бубей! Выступает Кубин Андрей! Ходил по дорогам, видел дальние дали, но такой, как ты, не встречал. И не знал, и не думал, что когда-то узнаю я о том, что значит печаль. Как давно, ты слышишь, как давно я опять смотрю в твое окно. Это не глупо, но как это ни странно, ты меня не хочешь любить. Все равно ты слышишь, все равно. Для тебя, и
до сих пор не понимаю. Наши нежные, теплые, добрые, сладкие. Вот это другое дело. Спасибо, хорошие. Еще. Все вместе с нами. Давай. 3, 4. Дверь закроешь, ты уйдешь от меня, боль не скроешь. По дороге своей от весны к весне упадет белый снег расставания. Только ты обещай на прощанье быть счастливой в своей сказочной стране. Улетай, улетай, словно птица, в небесах ты свободно кружится. Выше солнца и звезд, выше только знай. Когда я тебя не забуду, буду ждать, буду вновь верить в чудо. Вот и все, а теперь улетай, улетай. Где-то там в вышине ты проснешься, нежным облаком снов обернешься. Ветер будет тебя на руках качать. Но меня не зови за собою, места нет в небесах мне с тобою. Просто я никогда не умел летать. Улетай, улетай, словно птица, в небесах ты свободно кружится. Выше солнца и звезд, выше только знай. Никогда я тебя не забуду, буду ждать, буду вновь верить в чудо. Вот и все, а теперь улетай, улетай. Словно птица в небесах, ты свободно кружится. Выше солнца и звезд, выше только знай. Выше только знай. Никогда я тебя не забуду, буду ждать, буду вновь верить в чудо. Вот и все, а теперь улетай, улетай. Спасибо, всегда с вами. Улетай, улетай, словно птица, в небесах ты свободно кружится. Выше солнца и звезд, выше только знай. Никогда я тебя не забуду, буду ждать, буду вновь верить чудо. Вот и все, а теперь улетай, улетай. Никогда я тебя не забуду, никогда не забуду, а теперь
Спасибо! Еще! Выходим на финишную прямую. Готовимся, копим силы. У вас силы есть еще? Поем, поем, поем! А если будете заниматься спортом, то дотянете и до Союза 100, наверное, да? Ну, мне, значит, хотелось сказать вам, черти, что я думаю, что вам сегодня здесь понравилось в универсальном спортивном зале ЦСКА. Да? Да? Ну и здорово! Ну, и да. Вы будете сюда ходить не только на эстрадные концерты, но и на матчи команды ЦСКА, да? Ну и напоследок мы споем еще такую песню вместе с вами, конечно, да? 3:15. Оле, 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 Россия! Оле, 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 Союз! Еще разок! Оле! Оле, 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 Союз! Отлично! Пока, черти! Счастливо! Спасибо. На этом поп-спорт-шоу окончено! Приходите к нам еще! Похохочем, побушуем! Играем мы в баскетбол! Я тебя нашел, я сюда ты пришел, баскетбол. Ну, в конце концов, понять уж надо было всем, кто играет в баскетбол, не знает тот проблем. И ты себя нашел, если ты пришел в баскетбол. Играйте только в баскетбол, нет, нам не надо танцев до упада в доме. Но играть не буду и раскатывать шарату, если на ком в казино миллион. Там играть не буду, так люблю баскетбол. Баскетбол. Играем мы в баскетбол, а баскетбол. Играем мы в баскетбол, а баскетбол. Играем мы в баскетбол, а баскетбол. Играем мы в баскетбол. Ты себя нашел, если ты пришел в баскетбол. Играем. Играем мы в баскетбол. Играем. Играем в баскетбол. Ты себя нашел, если ты пришел в баскетбол. Баскетбол, играем в баскетбол. Баскетбол, играем в баскетбол. Баскетбол, играем в баскетбол. Баскетбол, играем в баскетбол. Ни хоккей, ни теннис, ни гандбол, ни футбол.